В минувшее воскресенье в рамках 4-го тура женской баскетбольной премьер-лиги «Ивановская энергия» принимала на своем паркете столичное «Динамо». Этому сопернику наши спортсменки уже уступили в первой и единственной кубковой встрече этого сезона. Так что ивановские баскетболистки были настроены на реванш. Но уже в конце первой четверти гости вырвались вперед на 9 очков. Во второй 10-минутке энергии удалось перехватить преимущество и ненадолго вырваться вперед по очкам. Но в итоге игра завершилась со счетом 52-68 в пользу москвичек. Поскольку понятно, что есть индивидуально очень сильные игроки, понятно, что мы можем себе позволить чуть-чуть больше, чем мой коллега. В этом смысле мы, наверное, предсказуемо одержали победу. Наставник ивановских баскетболисток видит причину проигрыша в недостаточном усердии своих подопечных. Были мы мало агрессивны. По штрафным броскам видно, 37 штрафных, противник отдавал всего 6 только. Большая проблема у нас – это снова. Будем думать, как с этого выходить. Сейчас «Энергия» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. Шанс исправить положение баскетболисткам выпадет совсем скоро. Следующий матч наша команда проведет 18 ноября на выезде в Оренбурге. Наталья Романова, РТВ «Иваново».